Привет, подписчики нашего канала. С вами Артем, и у нас хорошая новость. На сборку пришел новенький Freeride 165 ES. ES – это электростартер. Мы тоже в этом были уверены. Но, как пишет мелким шрифтом завод, завод вправе вносить изменения, и он их внес. На Freeride 165 ES установлен запуск SHOT. Freeride 165 – это новинка 2018 модельного года. С такой длиной гусеницы фрирайдов раньше не было. Вот мы видим шот блок конденсатора. Амортизаторы на нем стоят 40-е Каяба. Гусеница 165, 417 сантиметров. И узкая база, как на горном саммите. 91-95 сантиметров регулируется. Зацеп 64 миллиметра.